Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел выездную инспекцию в Заречье. В процессе рабочей поездки делегация посетила новый жилой комплекс в рабочем поселке, где осмотрели инновационную детскую игровую площадку, а также проконтролировали ход выполнения ремонтных работ почтового отделения. Здесь в первой пусковой очереди выделяется место под будущую почту. Почту, которая будет работать на весь поселок. Поэтому просмотрели, проинспектировали строительство дома. Посмотрели новую детскую площадку, ну и, конечно же, посмотрели будущее помещение Почты России. В целом, вас как почту и само помещение, высота потолков, местоположение, подход и подъезд, все устраивает. Да, все устраивает, мы уже здесь были, я говорю, еще раз говорю, повторюсь, за планограмму сделали, очень села почта хорошо, достойно все, считаю, что все отлично. Для удобства жителей жилого комплекса на территории также построят школу на 600 учащихся, поликлинику на 300 посещений в смену и детский сад на 200 мест. Предусмотрено полное благоустройство дворов и прилегающих территорий. На каждый двор будет каждая очередь обеспечена своим приватным двором с разной тематикой по благоустройству, по тематическим площадкам. Предполагается как заданные параметры по площадкам, так и для свободного времяпровождения. На текущий момент введена в эксплуатацию первая очередь строительства – восьмисекционный жилой дом. Идет заселение. Полностью завершить возведение жилого комплекса предполагается в 2025 году. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».